Всем привет! Сегодня будем готовить домашний сыр. Для этого берем 3 яйца, добавляем 220 грамм сметаны. Сметану можно взять 15%, либо 20%, но лучше всего 20%. Дальше яйца и сметану взбиваем миксером. Можно это делать и венчиком, но мне миксером удобнее. Далее берем жирное молоко. Я взяла 3,2. Наливаем в кастрюлю, в которой будем это все варить. И ставим на огонь. Доводим молоко до кипения. Как только молоко закипело, добавляем 1 чайную ложку соли. Если кто-то любит, чтобы было посоленее, то можно добавить 2. Дальше добавляем яично-сметанную смесь в молоко и также доводим до кипения. Обратите внимание, молоко начинает сворачиваться. Варим еще минут 5. Даем немножко остыть. Добавляем 1 столовую ложку укропа. Все это тщательно перемешиваем. Далее переливаем все это в марлю. Процеживаем. Подвешиваем, чтобы стекла лишняя влага. Дальше мы это все убираем в холодильник на 5 часов. После 5 часов достаем наш сыр. Вот такой он получается. Всем приятного аппетита и до новых вкусных встреч!